Давно мне не было плохо, конечно. Давно мне не тошнило. Сейчас съела куриные сердечки и куриные желудки, просто тушеные с овощами. Может быть, переела, может быть, они очень тяжелые, может быть, плохо переживала, не знаю. Короче, все это вышло, я не знаю, так плохо мне давно уже не было. Хотя я до этого ела и желудки, и в соусе ела, не знаю. Ужас, фу. Ешьте внимательно, кушайте правильно, не позволяйте себе плотную какую-то жилистую еду, даже несмотря на то, что у меня уже прошло больше, чем полгода. Вообще, я считаю, что такие вещи тебя немножечко приземляют, потому что ты постоянно забываешь о том, что как тебе нужно питаться, что тебе нужно кушать, в каких количествах. Это такая своеобразная тренировка, которая приземляет немножечко. Ля, ты куда ешь-то вообще, что ли? Столько нельзя кушать. Поэтому это тоже полезно.